Региональная лизинговая компания в 2023 году профинансировала реализацию 60 проектов предпринимателей Башкортостана на общую сумму в 384 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом показатель вырос более чем в два раза. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В прошлом году расширили продуктовую линейку. Теперь закупить можно не только оборудование, но и спецтехнику, туристические автобусы, грузовые автомобили, маломерные суда. На стадии внедрения новый продукт – финансирование по исламской системе. Лизинговая компания взаимодействует с другими институтами. Так, в прошлом году была реализована сделка с Федеральным фондом развития промышленности, что позволило привлечь в республику более 10 миллионов рублей федеральных средств. Заключены первые сделки с гарантийным фондом Башкортостана. Тем самым предприниматели могли воспользоваться лизинговой поддержкой без авансового платежа. Соглашение с многофункциональным центром позволяет предпринимателям из отдаленных районов заключить договор без очного посещения лизинговой компании.